Морской бой – это сервер в GTA сам, но необычный, ведь все действие происходит в сражении с другими людьми на лодках. Корабли, как и самого персонажа, разумеется, можно кастомизировать. Есть и квестовые NPC, которые имеют около 80 вариантов реплик. Непосредственно на самом поле боя присутствует многообразие лута, от оружия до различных регуляторов. В зоне боя расположен остров с постройками, которые, внимание, разрушаются. Что может сыграть вам на руку при активных боевых действиях. А для полного погружения в атмосферу у разработчиков в группе ВКонтакте есть авторские заменки, которые вы можете поставить и наслаждаться игровым процессом. Забыл сказать самое главное, на сервере нету доната, вообще никакого. Поэтому, если интересно, то вся информация в описании. Новое видео выходит каждый день в 20:00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Ну что ж, друзья, прошлая неделя у нас закончилась обзором моделек. По-моему, насколько я помню, в какой последовательности я все это выложил, потому что ролики, как вы знаете, большинство пишется в один день, а потом я там их всех выкладываю, все вот эти вот прочие вещи делаю. В общем-то, это вас особо сильно касаться не должно, ведь сегодня у нас очередной обзор моделек. Может быть, вас это уже достало, может быть, вас это уже заколебало, может быть, еще что-то вот такое подобное. Мне, в общем-то, без разницы на все. Все это, потому что я типа такой, чё, серьезно? Toyota Supra на вот этом вот всем проекте, на Барвихе, серьезно что ли? Когда последний раз вы вообще слышали хоть что-то про Сан-Тропе? Что вообще там было? То есть почему-то они все ушли в Барвиху. Неужели Барвиха, вот вообще, неужели весь этот GTA КРМП, он приносит больше денег, нежели GTA сам? Почему? Разумеется, я, наверное, могу более-менее понять, потому что, наверное, в GTA КРМП можно вот эти вот все модельки заменить, поставить какие-то новые, я так понимаю, и вот их добавить в какую-нибудь там, я не знаю, рулетку, лазейку во все вот эти вот прочие вещи. Я не понимаю, то есть лазейку, я не понял, к чему я сказал, но тем не менее, то есть как-то, наверное, на КРМП все это зарабатывается намного больше. Недавно я узнал, сколько Black Russia платила ютуберам, которые накручивали себе просмотры, я охуел, неужели, вот я примерно узнал, поэтому я тут говорить не буду, какие ютуберы, сколько им платили и так далее, кто знает, кто не знает, тот, ну, типа, не важно, не надо абсолютно, то есть это не для вас сделано, не для таких, как вы, все это особо сильно не надо. Так вот, когда я узнал, сколько Black Russia платила ютуберам, которые накручивают себе просмотры, я ебанулся настолько, что просто, я не знаю, мне, наверное, там к психиатру надо было, потому что такой, ни один проект вообще в GTA Сампи и в GTA КРМП не может столько платить, как лично я подозревал, но Black Russia может. Может быть, информация ложная? Может быть, я не отрицаю, опять-таки, может быть, со мной свяжется там пиар-менеджер и скажет, мол, сколько тебе сказали, ты чудо, нет, там мы платили там 500 рублей, им они столько, сколько тебе сказали, в самом деле, типа, потому что, ну, я ебнулся. И то есть, если они столько платили долбоевым, которые явно накручивали просмотры, даже не стеснялись, которые, блять, в роликах использовали один и тот же геймплей, то сколько вообще неудивительно, что вот, видимо, вот этот вот весь он пошел в Барвиху. То есть абсолютно неудивительно. Мне теперь становится все понятно, почему они пошли именно туда. То есть, Сан-Тропе пусть будет, как такой, знаете, какой-то придаток капитала, который там, знаете, вот к нам капитал сгоняет. Вот, а мы весь этот капитал пускаем не в Сан-Тропе обратно, а вот в Барвиху. Вот в такой вот, знаете, в более прибыльный сектор всего этого. Но неужели в GTA сам столько не донатит? Почему тогда у Arizona RP? А, наверное, потому что, знаете ли, на телефоне чуваки такие, типа, блин, Россия на телефоне, в моем, вот, а вот это вот GTA San Andreas, ну, в нее все играли, а вот в Россию на телефоне, ох, вот это еще и по сети можно с друзьями играть, и вот донатить туда можно, чтобы все эти машинки получать из кейсов, то есть, ну, это вообще прям, и, наверное, так это все и происходит. И сейчас, разумеется, вот Барвиха представляет нам все вот эти вот Toyota Supra, которые в целом, как лично я понимаю, вот будут опять-таки из-за каких-то кейсов выпадать, и все это будет, разумеется, за донат. Вот, то есть, ну, как еще это все может быть? Наверное, ее можно будет и просто так выбить откуда-нибудь, но, скорее всего, все это будет за донат, и все как бы будет, так, знаете, вот интересным образом происходить. Однако, ладно, это, разумеется, какие-то вот эти вот
вот все мои претензии, мое вот это вот все прочее, мои какие-то недоумевания, они к данному видеоролику абсолютно точно не относятся. Потому что посмотрите на Toyota Supra. То есть она выполнена вроде хорошо. Но вот опять-таки этот градиент, тут он хотя бы выглядит не так кислотно. Потому что когда я обозревал вот опять-таки тот самый, там, не знаю, уже злополучный автомобиль с бриллиантом Rallyplay, я просто офигевал с того, что, блядь, сверху у них там желтый, а ближе к капоту оно уже, блядь, оранжевое. Такое ярко-кислотно-оранжевое. Я говорю, чуваки, блядь, так нельзя. Если даже у вас так свет падает, то это все равно, ну, это полный пиздец. И, разумеется, мы сейчас перешли к тому, что я обозреваю все эти машинки. Вот в прошлый раз у Барвихи РП я опять-таки машинки обозревал. Сказал, мол, то, что там модельку скачали, не скачали, да, там все вот это вот, они все прочее сделали. И тут, в общем-то, вот что-то наподобие того. Если вам нравятся подобные видеоролики, вы, разумеется, можете нажать лайк. Я думаю, вы не тупые, но просто так, знаете ли, напомнил. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. IP, там, знаете, Arizona RP проекта, на котором я сейчас играл. И также, я не знаю, там все прочие вещи. Мой промокод, мой никнейм Dante Connor. И вот эти вот вещи, которые там идут дальше за всем этим. Оно все находится в описании данного видеоролика. Заходите туда, там со всем этим ознакомливайтесь, там все это понимаете, узнавайте и так далее. Пишите, как вам вся эта моделька в комментариях под данным видеороликом. Там у вас все, в общем-то, и будет там. До свидания, пока, всего хорошего и пока.